Знаете, вот есть знаменитый анекдот Владимира Путина, когда его спросили, почему Россия тратит столько на вооружение. И он сказал, знаете, вот есть такой простой анекдот, да, вот мальчик пришел домой и сказал, что у них был там кортик, да, но он его променял на часы. Ему отец, офицер, сказал, вот знаете, завтра придут грабители, да, убьют меня, убьют маму, изнасилуют сестру, а ты выйдешь к ним и скажешь, московское время 15:30.